С праздником, магаданцы! Сегодня эта фраза гордо и празднично звучит из уст жителей столицы Колымы. 23 июня – дата основания нашего города. В этот день, 91 год назад, на берег бухты Нагаева высадились первые строители и основатели города. 23 числа сошли на этот берег. Вот здесь историческое место, с чего начался наш город Магадан. В день образования областного центра на смотровой площадке «Каменный венец» у скульптурной композиции пионером освоения Колымы и Чукотки глава города Юрий Гришан, представители регионального правительства и силовых структур возложили цветы к мемориалу основателей. Отсюда шли первые грузы, и начал строиться Магадан и осваиваться вся Магаданская область. Я уже не раз говорил, что сила и мужество людей привели к тому, что к 1939 году, когда был уже образован город Магадан, здесь жило 34 тысячи человек. Вот так быстро развивался интенсивно наш город. Я рад, что мы все в этом городе живем. Праздничный день для магаданцев постарались и самые юные жители города. Разноцветными мелками они украсили асфальт смотровой площадки, изобразив поздравительные открытки, после чего присоединились к поздравлениям земляков. Магаданцам обязательно в эти дни здоровья, счастья и много денег. Чтобы было больше солнца, тепло зимой и летом, особенно летом. Больше гулять, ходить и хорошего настроения. Счастья, здоровья, успехов и удачи. Поздравления для магаданцев. Пожелайте чего-нибудь прекрасного. Ой, я даже не знаю, что пожелать. Вы уже снимаете, да, меня? Конечно. Потом обрежете это все. Просто теплые слова в этот прекрасный день. Чего бы вы для себя хотели, того и пожелайте для наших любимых земляков. Дорогие магаданцы, поздравляю вас с праздником, с днем основания города Магадана. Одуванчиков золото и жемчужный туман щедро дарит мне с молоду по весне Магадан. С 83-го года я живу в этом городе, и родни его нет на белом свете. С праздником, магаданцы, с днем рождения, Магадан!